Бобрик, мы без тебя не... Натуре. У тебя есть Саня. Он, кстати, почему-то ушел. Призови его. Техника призыва, Александр. Здесь, потом на лестнице поднял. Это Хелл, да? У меня буханка только через полчаса зайдет. Бля, Бобрик, зайди. Бля. А, кстати, а если я зайду... О, а вот и ты. Подожди секунду. Если я зайду, время запустится, и я выйду, время становится. Видите, мой клип помог, он к нам пришел. Что там в клипе, я не смотрю. Кто, я к вам пришел? Он пришел. Нет. Ну, по крайней мере, если нажать на табл, то да, ты, да, ты, да. Ты, ну, ты то есть информация, что я как бы зашел, но я не появлюсь. Я не могу зайти. Что? У меня, я вот на этой именно карте конкретно я не могу играть. Процентов критует всегда, когда я захожу. Не, ну я просто думала, вдруг в этот раз... Нет, нет, вот у меня опять критануло. Он прям именно в этот раз и повезет, да? Ага. Дай мне денег, у тебя есть? Что случилось, Альмир? Нету. Печеньки распаковать надо, что еще? Пошли. А кто сейчас будет? Куда идти? Я не знаю, куда идти. Секунду. Сталкер. Видишь, желтенько в резиновых сапогах. Вот мне тут кажется... Фига себе, он сапожки натянул. Хотя бы отступать. На лестнице? Кроме... Ой, я на балкончик. Стой, пожалуйста. Стой, пожалуйста. Стою. Бля, ни в кого не попал. Бегать как к себе домой. Блин, у меня тут... Сейчас. А, ой, сейчас бы маленький сюда этим, да? Занят. Пока. Столько сталкеров погибает. И в мою копилочку. Да ладно? И больше убивали, да, Боб? И корабля как не было. Уровень страха. Было? Где был? У меня дискорд сломался. Да шо ж такое, все ломается. Он утверждал, что вы молчите все. Так и было, никто не говорил абсолютно ничего, от слова совсем. Только зеленые кружочки вокруг вас появлялись. Если я посмотрю песню, которую он скинул. Ну ты ж учти, то я не тебе скидывал, то я ему. А как тут выживать, ё-моё? Шутейка чё-то моя не зашла. О. Идемте в магаз. Два осталось, не убивайте. О, смотрите, надо заскринить. Блин, не успел. Ну, в смысле? Как так получилось? Вообще, карта Бутова напоминает. Карта Бутова? Че, часто там был? Ну, одного. Видишь, что не понравилось? А что там прям совсем... Ох. Нет. Что там происходит? Что там в этом Бутово происходит? Я в фильмах видел. Да ничего там не происходит. Что там может происходить? Дайте мне, пожалуйста, все ваши деньги. Ну иди сюда. Примерно это в Бутовой происходит, по-моему. Да. Ну, только не думаю, что... Спасибо, мне... Культурно, я не думаю. Давай я тебе сдачу отдам. Мне не надо, отстань, девочка, с топором. Точно.
Ну ладно. Если я топор спрячу за спину. А если ты настаиваешь? Напросил. Смотри, что у меня есть. А сейчас... Зачем тебе? Ну, валялась бесхозно, то я забрал. Слушайте, если толстяки, лучше, по-моему... Думаешь? Если тебя убьют, я если что с этого спрыгну, с карниза. Смертью храбрых, да? Ну, просто которые очень толстые, да-да. Они... Так ну, давайте вы встанете где-нибудь. Там он-то где? Там, где-то, там. Он же, смотри, он тебе на голову прям прыгает. Смотри, он вообще здесь... Бесстрашный, они с балкона прыгают. Десантура. Без парашюта. Чистые ВДВшники. Блин, заблевали уже. О, как их тут много. Десантники, молодой человек, а не ВДВшники. Ой, я да выделался. Конфитюр, где ты? Где ты? Конфетка, печенька, шоколадка, Жижелечка? Жижелечка. Да, открытая. В чем проблема-то ВДВшник? Воздушно-десантный воин. Десантный. Они бесятся на том, когда называешь их ВДВшник. Десантники. Ты называешь его всего один раз ВДВшником. Последнее, что ты произносишь. Не говори. Да. В том-то и дело. Мама, это все сказки и глупости. Угу. Вот, на открытое. Так, а никто не помнит, где меня отоварили? Мать, готовь. Путово. Что? Мать, он резнулся, беги. Да, я знаю. Убивать его. Серьезно? А где он? А, он возле феи. Ой, что-то где не по плану пошло. Где фея? В центре. Фея, сука. В центре внимания. Ну, по воу, сути, воу, да. Воу. Всегда ненавидел клёвых мутов. Подожди. Ага. Финка, это твои, я забираю за них. В центре была вроде. Ну, я ее там подобрал, еще где должен. Возле магаза еще. Ой! Стало. Очень дорогой арбалет, конечно. Им просто надо голову. Нет, просто нет. Если подобрать потом, но все равно все подбирать. Это под туториал Хитмана, блядь. Стой на месте. Эй, тебя стреляют. Ты умрешь быстро. Еще и ракеты. Мне это совсем не нравится. Ты умрешь быстро. Ясненько. У кого-то кританула там. Видели первую матрицу, как Нео от пули уворачивался? Угу. Вот я так же, только от ракеты. Дайте 300. Да опять чё? Чё это со мной? Он слышит. Лишки. А кто взял? Идет ракета. Пойдем куда-нибудь. Куда? Кто сейчас? Сейчас эти горлопас. Идемте быстрее, пока не мочу. Да. Кажется, наоборот. На тыре. Потому что вот эти будут. Понять. Они сейчас берсы. Нет. Главное, чтобы поляши были. То есть вы решили мной пожертвовать, да? Молодцы. А он не маленький. Ой, за тобой бежит, за тобой, Патер. Ну и типы. Один.
пацаны. Убегайте. А где вы есть? Мы на крыше. На какой именно? Ой, на лестнице, где мы были. Ну смотри, куда они идут. Они не все ко мне идут. Все, жопа, убегай, убегай. Стой спокойно. Не убежал. Просто беги. Э, там бронелька. Да, я вижу он. Ясно, понятно. Сейчас я чувствую, карта поменяет. А, я не в дом забежал. Не валяшь, затай. Не валяшь, затай. Грудью. 37 хп, пацаны. Мать, ты шо? Ты сдохла? Да. Я не предупредила. А я молодец. Оп, рейтинги берсов ты сейчас подняла. Эсквиза, самая последняя. Ну я бы не сказал так. Не надо их хилить только. Я не понял, как броня пропала, но она пропала. Может, я подобрал. Деньги все. Помогите! Алочка, ты не могу. Или у тебя. Не, 1 килограмм свободно. Что ты хочешь, чтобы я. Ну ладно. Ну, нет, я могу выбросить, скажем, свой арбалет в магазин и принести то, что тебе надо. Да-да-да, и то же самое с моим проверкой. Хорошо, главное, чтобы не умереть. Да, там всего лишь танк, гигл, СГ или как ХСГ. Вот пока у меня всего лишь... Выбери что-нибудь, пожалуйста, одно. Так, где, куда, ведите? Где огненная... Вот о. прямо, блин. На лестницу. Да, иди прямо. Нет. Через 5 метров по. Я же подняла. Ракеты. Она взяла. Все, шатай, пока он не зашатал. Пофиг на все. Черт. Так, а теперь бы найти свой магаз. О, арбалетчик. Да, твои успела, я не успела. Неважно, главное... Я у магазина уже. Я тоже, только в какую сторону. А, все, вижу. Ой, вот твоя дисковая валяется. Кидай, кидай. Пожалуйста. Ножки, бегите быстрее, пожалуйста. Так, теперь бы найти... Самый дальний дом, я так и думал. Конфетка, купи себе бронежилет, или он на сиренах. Ну давай заварю. Че ты ж? Держи. Почему мне кажется, что я не успеваю? 4, 3. Я молодец. 2. Перед носом херась. Откройте, блять. Я практически дверь чиркнула. Не практически, она чиркнула. Прищемила, я бы сказал. О, раз. Уже есть. А лучше. Теперь ищем еще. О, ну все, сейчас эти проститутки закричат. Ну. Это не для берса раунд. В смысле, у меня есть арбалет, я... Ну смоги тогда, их еще 69. Ёпсель. О, СОС пришел в игру, сейчас... Сейчас меня убьют. Ой-ой-ой. Сори. Я запомнил ее, как она выглядела, вот кто-то из них. Да заткнись. Это я не тебе. Если что, я уже обиделся. Спасите меня, мои детки. Ну, конфетка, давай.
Я жму, у меня аж даже это... Потекла мышка аж. Ладошки спать. Потные ладошки. Ну смотри, сос пришел, сейчас он... Я уже все сделал, без всяких сосов. О, дядь, положь назад, пожалуйста, а? Скинь все, что подобрал. Давай назад, назад скиды, говорю. Катану, дигл. Не, мне бабки не нужны, скиды. Купим тебя новую. Да, сука, заебали эти пидоры, блядь. Поприходят и, сука, все отжимают, нахуй. Сука, пусть его убьет сирена, не лечите его, нахуй. У него тогда... Ну, нахера, у него порушка вывалилась. Сука, пидор ёбан. Говножусь, сука, ебаный. Хочешь, я тебе денежку? Ой, сейчас эти... Вообще-то уже магазин, ал. Крейки, да, будут сейчас? Не-не. Ну и чё, мне ни на шо, блядь, не хватает. Ну сейчас я тебе дам денег, подожди. Не видишь, я перезаряжаюсь. Купил М99 и ш... Конфетка, дай ему уже денег. Уже не надо, уже толку от этих денег. Открой, пожалуйста, Телеграм. Сейчас как бы ситуация такая чуть-чуть не до этого. Дай. Ну я думаю, что я. Так, а где он умер? Где это? Сзади, сзади, кончик, вот, сзади. Вот. Вот он. Но вот эта стрельба без анимации. Он меня кинул еще не в броне. Ну что, ты поднял? Поднял, все вернул. Все вернул. Успокоился. Да, я успокоился. Ну, молодец, сейчас карту поменяю. Теперь можно почитать. Ой, что я никуда нажимаю сейчас. Вот нам сейчас бобрик придет. Ну, да, ну... сейчас бобрик придет. Бобрик. Я уже, я был готов орать, но я проиграл. Как же сложно. Когда просто, да? Я только сейчас заметила, что смайлики в Телеграме у меня начали двигаться. Нифига себе. Нет, ну именно вот не такие, как которые... А, у меня тоже. О, видишь? А не было так раньше. Дина, ты где? А это... Не, это было, не... было. А это было, тоже... Было. Потому что у меня раньше двигался вот этот, по идее. Вот так он делал. Ну это да, остальные. А остальные, может, и не... О, хорошая карта. Смотри, вот так не было. Ну, не было, не спорю. А вот этот вот. Меня интересует вот этот больше всего. Какой? А этот не делается, а что за хрень? Вот так. А это делается? О, это делается. Ты что-то видишь? Что ты видишь? А, он делался. Да. Нас, а почему эта карта?
не любишь Эмираты? Ой, я знаю, что это за карта. Я тоже знаю, там написано, это Эмираты. Что за пах? Куда прыгать, я понятия не имею. На балку. А, вот сюда что ли? Ну и ладно, я тут так. Не проблема, папаша. Понятно. Не знаю, я такая, может, я ты поменял. Сама запрыгнешь? Я не понимаю, куда что. Нажми, пожалуйста, потому что только... Ой, да. А где? Подожди, а боб? Короче, ой, я не знаю. Ой, и какая карта хорошая. Я должен прыгнуть туда? А, понял. Не проблема, папаша. Как раз для... просто для маленькой... Вот, запрыгнул. Да? Надо вот это, трочишь как хочешь. Что делаешь? А что там бормочешь? Арбалет валяет. Ой, надо мне надо. Нет, не показываем. Ну это сейчас все отожмем. Снайперский, так я снайпер. Не, на этот пытаешься запрыгнуть и съезжаешь вниз. Не проблема, папаша. Не получается. Почему ты ему отдал? Отлично. А мне? Да, я пошел там на другую карту. Ну, кто первый придет? А где, куда дальше? Теперь все зависит от тебя. Вот тут, здесь вот. Только всех, пожалуйста, не убивайте, сейчас Филипп придет. Я у колодца бегаю. Да, у вас вот, время закончилось. Не сиди, бери. Конечно. Не, ну...